Значит, ситуация номер два. Собака катастрофически боится. Вот ступень крупным планом. То есть мы на эти ступеньки абсолютно не поднимаемся. Ну, не знаю, с чем это связано. Все, может, спадал когда-то где-то от чего-то. Но вот смотрите, иди сюда. Вот видите, опустим. То есть, казалось бы, что страшного в этом, ничего нету, но мы боимся. Вот, видите, потихонечку. Но он их боится. Сейчас мы собачку попытаемся завести. Молодец, хорошо. Молодец. Ай, хорошо. И если у него есть желание слезть с этих ступенек, ему ни в коем случае не надо препятствовать в этом, чтобы у него не сложилось то, что его заставляют насильно. Вперед. Ай, браво, мальчик. Ай, молодец, хорошо. Ланцер! Ничего, хорошо. Молодец! Ай, браво! Ланцер! Ко мне иди! Ланцер! Ай, хорошо! Ай, молодец! Ай, браво, молодец, хорошо. Ай, браво, молодец. Ай, хорошо. Ну и мы заканчиваем на пике именно упражнение. Вот я сейчас залез именно специально, чтобы собака предпоследний раз, она немножко напугалась. И вот в этой стадии мы не должны были закончить это упражнение. Я сам специально залез, потому что собака уже доверяет мне, как бы. И если видишь, что залазю я, значит и она залазит. Просто перед этим он немножко напугался, на этом я не должен был закончить. Мы, как мы с вами уже говорили неоднократно, заканчивать мы должны, во-первых, на пике азарта собаки, а во-вторых, на правильно выполненном упражнении. Сегодня день второй, посмотрите, какой прогресс. Собака уже залазит на крышу. Думаю, завтра мы уже будем спрыгивать с машины. Спасибо. Ну, итак, сегодня день третий. Мы сегодня сейчас попытаемся полностью всю машину пройти. Фобия вот высоты у нас была уже наполовину уже. То есть капот, крышу преодолели. Заднюю часть автомобиля еще и прыжок. Вот это мы еще не умеем делать. Сейчас попытаемся это сделать. Сегодня собачка в хорошем настроении пришла. Пойдем. Ай, браво, молодец, хорошо. Ну, вот это результат того, что мы закончили на пике азарта. Закончили в хорошем направлении и в хорошем настроении и на правильно выполненной команде. Вот сегодня у нас такой рубеж. Ай, браво, мальчик! Вперед! 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 Ай, браво, мальч
Ай, бравый мальчик. Хорошо, молодец. Хорошо, все. Ай, хорошо. Молодец. Наибольшая социализация собаки происходит в стае. То есть, если взять за 100% общей социализации, то где-то процентов 60 работают собаки, которые в группе находятся, и 40% работает человек, который всем этим процессом управляет. То есть ланцер, он помимо того, что я с ним занимаюсь, показываю вам, как это все выглядит. 60% его нормального состояния приводит его те собаки, которые уже находятся в этой стае.